Зашел сегодня в один из больших магазинов, типа Леруа Мерлен, на 5-ю Ткацкую, и попросил у них переходник, хотя бы пластиковый, ну или токарной обработки, литье, может быть, какое-то есть, на 9-миллиметровую силиконовую трубку. Знаете, что мне ответили? Нет. То есть такого у них нет, а вот из этого они мне предложили собрать нужный мне переходник. Ну, я не стал сильно заморачиваться и сделал так, как они сказали. В результате чего заплатил я в районе 500 рублей за этот набор, чтобы собрать этот переходник. И поскольку у них не было силиконовой трубки, пришлось взять водяной уровень 5-метровый, которого мне, в принципе, длины этой трубки мне, в принципе, хватило. В общем, погнали!